Всем доброго времени суток, с вами канал Акмания. Варю я яички, муж привез вчера яички. У нас это деревенские. Вот так они выглядят. Ну такие, знаете, маленькие, даже довольно. Я одно выпила сырым, прям маленький желточек. Здесь я варю 5 штук. 3 мужу и 2 сыну. Выключаю их. Вот, а здесь вот капусту я сейчас крошила. Я буду сидеть сегодня на капусте. Она, кстати, очень-очень вкусная, сладкая, очень-очень понравилась. Но сперва я решила все-таки съесть немножечко мяса. Здесь мясо отбивное, чтобы немножечко получить белок, немножечко... Ну, просто поесть мягенькое, чтобы и кишечник начал работать, потому что он перестает работать во время голодания, диеты, ну, уже не так работает. Вот, а потом я чуть-чуть проголодаюсь, попозже я начну есть уже капусту. И планирую, наверное, несколько дней просидеть на одной капусте. Яблоки у меня вот еще есть. Так как напомню, что я на диете еще пока. Мне осталось там немножечко уже сбросить. Вчера муж приехал, ну, в принципе, смотрели на предыдущий влог. Приехал муж, привез вкусняшки. Ну, я, короче, не удержалась, съела мясо где-то таких вот 2 кусочка, гороховую кашу и красная рыбка там засоленная была. Чуть-чуть половиночку там кусочек такого ее съела, прибавила. Ну, где-то 500-600 грамм. Где-то так. Ну, не так много, но хотя бы... организм подпитался немножко всякими белками, углеводами, там, какими-то витаминами, это хорошо даже. Вот. Ну, слава богу, хоть чуть-чуть, а то я прям даже заснуть не могла, переживала, зачем я поела. Ну, я же на диете. Вот. Еще так хотелось вчера съесть шоколадку, поэтому я говорю, я не могу сидеть на диете, то есть на обыкновенной еде, вот, и одновременно не есть сладкого я так не могу. Если я сижу на обычной еде, я пью чай, то есть чай мне уже нужна конфета. Я не могу так. Вот. Но я вчера удержалась, слава богу. Вот. Очень такая сладкая. Крошила я, кстати, вот таким ножичком. Вот такой ножик. Маленький. И она вот получилась такая тоненькая. Сюда, кстати, можно добавить горошек консервированный. Или, может быть, сырой у кого-то есть. Мороженый. Вот, можно добавить кукурузу, какой-то, может быть, лечо. Ну, в принципе, да, можно разнообразить. А, изюм, вот, кстати. Изюм можно добавить сюда. Кураги там. Короче, вообще его там разнообразить. Но масло не надо, оно жирное. Если вы прям, ну, если вы прям хотите быстрее-быстрее похудеть, то не надо. Если вы там, допустим, ну, как я говорила уже, про диету записывала, там можете посмотреть. Если вы себе дали установку, допустим, сидеть на диете 3 месяца, но при этом вам надо сбросить 5 килограмм, то, в принципе, пожалуйста, можете есть сколько хотите, сколько угодно, то есть что угодно, вот именно сыроедение, тогда да. А если кому побыстрее надо, то лучше одну капусту, то есть проголодались, капуста. Вот. Поглядите, что он натворил. Это он целую простыню, она там вот вчера мы стирали, она висела у меня вот тут вот, потому что она очень тяжелая, я ее сюда не вешаю, потому что она сломается. Вот, я ее повесила сюда. Да, Дим? А ты ее? У тебя такие длинные руки, вот ты мне скажи, да? У тебя такие длинные руки. Он оттуда ее стащил. Перетащил ее к себе. Все, хороший типа Дима, да? А Дима хороший? Так нельзя, Дим. Перетащил ее к себе в кроватку. И потом ее опустил, смотрите. То есть вот она опустила даже не с этой стороны, а туда под матрас. И спустил ее он туда. Всю причем. Остался кусочек. Слушай, ну вот это сила. Дим, ну и сила. Вот каши столько, скажи, я ем, я очень сильный, да? Дима сильный.
Дима сильный стал. Дима уже на кровать залазит с пола. Да? Дима стал сильный. Дима сильный стал. Да. А еще у Димы подушка появилась. Да, подушка, вот она, да, у тебя. Подушка появилась. Ой, бай, полотенце сюда стащил. Молодцы, и руки длинные, слушай. Ну ты даешь. И ты когда сюда достал-то? Тут же вообще вон. Вон, длинная какая. Вот она у меня вот так сохнет. Одна часть, другая. Здесь вот вчера была у нас стирка. Потому что она ломается. У нас предыдущая была, я много весила на нее. Потом ножки просто сломались и все. Поэтому уже эту бережешь. Каждый раз по 1500 отдавать, конечно, не хочется. Ну, вот этой вот, кстати, сушилки уже с той квартиры, по-моему, ее перевезли. Года 2-3. 3 года, наверное, ей уже есть. Ну и предыдущая, в принципе, тоже. Года 2, наверное, прослужила. Какие у мамы длинные пальцы, скажи. Какая у нее большая, здоровенная рука. Дика. По сравнению с твоей. Дика. Дима сегодня гулять пойдет, да? Сегодня гулять идет Дима. Ты зачем тут безобразие устроила? В кровати посмотри, что у тебя. Каждый раз эту кровать поправляет, эту несчастную простынку. В этот раз уже пододеяльник одела на этот матрас, снизу подвязала его. И все равно, смотрите, он все равно что-нибудь вытащит откуда-нибудь. Да. Да? Упал? Ты лежишь так, да? А, я знаю, что надо с тобой делать. А, что надо с тобой делать, да? Не зря ты ляг, не зря ты ляг. Да? Ты не зря ляг? Ты какой маленький. Аккуратный. И? Как меня звать? Мама, да? Ты вчера меня так мамой называл. Аккуратно, аккуратно стой. Да, скажи, мама, я тебя так люблю. Мама похудела, у мамы уже пузика нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не трогай камеру. Да? Дима такой постриженный у нас. Волосики уже опять начинают отрастать. Красивый. Сзади только волос много очень. Да. Да. Бубух. И подушку тоже. Подушку я вообще клала вот здесь вот у него была. Потом он первый раз положил, он ее сюда передвинул. Вчера я опять сюда переложил. Она уже опять посадила. Ай, ты что, щипаешься? Ты что, щипаешься? Ай-яй-яй. У тебя еще ногти выросли опять, да? Ай, что ты? Маму щипаешь? Да, маму надо гладить. Видите, она опять вот где-то непонятно. Папа. Мама. Обними маму. Ой. Ой, мама, скажи. Мамочка. Скажи, мама, я тебя так люблю. Да? Да, зайка? Закрылся от солнышка, Дима. Положи руку. Положи на солнышке побудь. Ой, какое солнышко, да? Ой, какой. Сладенький. Ай, что зеваешь-то? Ты что зеваешь?
Солнышко сонное, что ли, да? Сонное солнышко. Или ты рот прогреваешь? А? Вышли мы на улицу. Тут сугробы большие. Огромные, гигантские. Вот сейчас Жень должен подойти. Там вот парк. Потом ты. Ты гляну, что там новое. Пойдем. Ну идем, да. Вот у нас цирк. Перекресток, слушай, прям большой он. Там, наверное, вкусняшек. Много всяких. Хотели мы на самом деле пойти на набережную, но оттуда так ветер как подул, холодный. Ну, короче, решили не идти, а то Дима замерзнет. И вот ходили мы, обменивали мою старую куртку, я обменивала на две коробки конфет «Родные просторы». Ну, она у меня висит в объявлении, никто ее не покупает. Я решила то, что ну, нужно как-то от вещей избавляться, что обменяю на конфеты ее. Как раз две коробки конфет мне на два раза. Из диеты выйду и как раз поем. Может, кого тут пойти? Вон там картинная галерея. Здесь что-то откроют, наверное, что-то делают. Надо было им перекресток. До туда вот прям. Да, кстати, у нас Женька нарядный. Жень, покажись. Покажись. О, какой красивый. У Жени новая курточка. Ну, может, забегу ненадолго, гуляну там что-то новенькое. Ой. Вот ты надолго. Ну давай вместе зайдем хотя бы. С коляской-то не пустят. Не пустят? Я думаю. Ну иди. Давай по очереди, я сбегу. Потом. Ну давай, только побыстрее. А, подожди, дай мне оскорбинку мою. Чего дать? Возвращаемся мы домой. Какая красота. Там вот ЗАГС. Самый главный у нас в Самаре. Красиво очень. Здесь мы, кстати, с вами летом часто ходили. Аптека. Дома. О, Женька. Пойдем. Собачка.